Но что самое интересное, ребята, мы когда эту катку проедем с вами, нам дадут, будет новая карта и дадут новый автомобильчик. Но этот автомобиль, скорее всего, будет стоить денег. И мы его не сможем купить, потому что у нас нету сбережений. Дуда Плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем играть в игру Hill Zombie Racing. У нас такой вот первый этап, мы идем, этап уже третий, а и машинка у нас такая уже прокачанная. Давайте купим машинки, я, например, вот такую штуку, бронь. Так, изменяется она? Нет, она... А, да, сверху, смотри, появилась бронированная штука такая. Поехали. С брони, не знаю, нужна нам эта броня или нет, но выглядит тачка стала вообще по-другому. Ой-ой-ой-ой, тихо. Так, у нас задание доехать до контрольной точки, чтобы у нас хватило бензина на это все. Ну и мы машинку потихонечку прокачиваем с вами. С каждой серии мы прокачиваем машинку. Мы не используем всякие читы. Мы играем с вами по-честному. Оно так даже интереснее, ребята, по-честному играть. О, давай. Сейчас этого собьем. Ой, хорошо. Все, едем дальше. Скоро, когда мы проедем уже вот эту всю каточку. Ой, что, бензина не хватило? Ё-моё. Да, мы с вами, ребята, когда проедем эту катку, мы потом новую купим машинку. Да. Теперь у нас есть немножко денег. Да, я предлагаю, давай броньку купим еще. Так, что у нас появилось? Появились на колеса такие защитные чехлы. Все, теперь мы будем бронированы вообще максимально. Тихо, туда я не могу заехать. Все. Нашему автомобильчику теперь ничего не страшно. Мы полностью практически непобедимы. Но у нас проблема, вы сами знаете в чем. У нас заканчивается постоянно бензин на машинке. Вот. Так, сейчас здесь ускоримся немножко. Сколько зомбрей бегает. Ой-ой-ой-ой. Сейчас всех уничтожим. Давай, ускоряемся здесь. Что у нас там по бензину? Бензинчик тает. Быстро-таки. Так, мне нужно хотя бы немножко дальше доехать, если получится. Все, кончился бензин. Мы на этом же месте, как и в тот раз были. Да, бронька особо не помогает. Надо что-то другое покупать, а не броньку. Так, сколько мы заработали денечек? 216 только за расстояние. И все вместе за 281 монетку. Так, почти 300 монет у нас. Что мы можем приобрести? Давайте купим колеса. Или двигатель лучше. Ну давайте. Лучшее сцепление с дорогой повышает вашу способность двигаться в гору. Не, давай этот движок купим, возьмем, да. Во, максимально. Ну, еще чуть-чуть осталось. И мы максимально разовьем двигатель. О, да, заметно стало быстрее ехать машина. Ой, как хорошо. Да, двигатель это тема. Ой-ой-ой, не там я включил ускоритель, ну ладно. Так, зомбари бегают. Ой, какой взрыв-то был, ё-моё. Зомбари только так отлетают. Я когда-то в эту игрушку играл. Но очень даже давно, может быть несколько лет назад. Но я тогда не записывал, правда, просто играл себе и играл. А сейчас я решил ее пройти и немножко поснимать. Да, ну тогда я помню, только вот, наверное, я сейчас уже даже больше прошел, чем тогда, вот, несколько лет назад. Сейчас я прошел прям больше намного, мне так кажется. Так, сколько у нас всего монет? 300 монет. Давайте приобретем пушку. Почему бы нет? Давай купим пушку. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас будет пулек. 12 пулек, уже хорошо. Надо было мне вместо брони покупать пульки, ребят. Потому что, смотри, мы практически избавляемся от зомбарей. Так, 4 пульки осталось. Вот, видишь? И они нам не мешают прохождению. Ну, машинка и так уже прокачанная, в принципе, неплохо. Как бы они, может быть, и до этого не мешали особо. Но сейчас еще лучше. О! Да. Ну что самое интересное, ребята, мы когда эту катку проедем с вами, нам дадут, будет новая карта и дадут новый автомобильчик. Но этот автомобиль, скорее всего, будет стоить денег.
И мы его не сможем купить, потому что у нас нету сбережений. Вот, поэтому я предлагаю даже немножечко делать сбережения. Ну а делать сбережения тут, конечно, может быть даже бессмысленно, потому что нам нужно прокачивать автомобиль, мы далеко не проедем с вами. Давайте прокачаем движок. Все, двигатель у нас прокачанный, защита полностью прокачана. Все, едем дальше, надо теперь бензин прокачивать. Потому что в этой игре в основном бензин нужен, правильно? Да, я считаю, да. Двигатель и бензин. Ну, еще ускорение неплохо помогает. Вот. Движок, смотри, как стал. Резво отвлекаться. Резво стал ехать. О! Сейчас посмотрим, докуда доедем. Так, почему медленный? Почему бывает, что как бы на газ давишь, а машинка плохо едет? Так, все, зомбари. Очень много зомбарей, ребята. Смотри, слишком медленно. Хотя я же нажимаю. Ё-моё, а бензин стал, смотри, сам уходить. Он до этого не уходил никогда сам. А сейчас стал сам уходить. Я не нажимаю на газ, и уменьшается бензин. В чем прикол вообще? Да. Прокачали, заработали денежек. 280 почти там монет. Так, что мы можем приобрести? Давай колеса. Я вот все на эти колесики смотрю. Давайте купим. Вот. Конечно, они не сильно прям так увеличились, колесики. Совсем не сильно. Ладно. Давай. О! Да, бензин уходит сам по себе. Ты что, нажимаешь ты на газ, что не нажимаешь? Так, а когда я отпускаю, он, ну, чуть-чуть останавливается. Ой-ой-ой, чуть не перевернулись. Давай здесь проедем. Так, а ускоритель? Ну, ускоритель, в принципе, стоит. Нормально. Куда я нажимаю? Ну, его тоже очень мало, этот ускоритель. Совсем ни о чем. Разработчики, почему вы пожалели, так мало ускорителя дали? Очень мало ускорителя. Давай. Так. Сколько там у нас доехать осталось? Совсем чуть-чуть. И у нас что, бензин закончилось? Да. Закончилось топливо опять-таки на этом же месте. Сколько ты не покупай топливо, сколько ты не раскручивай двигатель, покупай. Почему-то все заканчивается на одном и том же месте. Так, сколько денег? Давай приобретем... Ну, давай колеса полностью уже прокачаем и все. Так, сколько там? О, новые колеса появились просто. Я думал, они просто будут увеличиваться в размере. Они нет, просто поменяли цвет колеса. Так, что-то я все допрыгнуть туда не могу. Все, мне не хватает. Ну, сцепление получше достало. Немножко получше стало, хорошо. Даже не немножко, а даже, смотри, жух. О, нормально едет. Так, два патрончика у нас. О! Так, давай здесь мы сейчас попробуем взлететь немножечко. О! Хорошо как. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо экономнее использовать. А, все, ускорение закончилось, ребята. Так, зомбарики. Попробуются. Нет, не могу. Не смог что-то я подняться наверх. Ладно. О, все, кончился бензик. Сколько там у нас бензика? Сейчас я посмотрю. Мне интересно. 240, 30, 290. Да, вот, смотри, у нас бензика дофига еще можно покупать. Вот давайте, вот либо пушку, либо бензик. Давай бензик возьмем. Чтоб немножко дальше было, можно было возможность проехать. Во. Поехали. Так, а ну-ка, подожди. Опять, видишь, я врезаюсь. Так. Сейчас посмотрим, доедем дальше или нет. Я не удивлюсь, если мы на том же месте остановимся с вами. Так, а ну-ка. Зомбари, не мешайте мне. Папа едет. Аккуратно. О! Взрыв. Все, зомбари подохли. Едем дальше. Ускоряемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Ой, хорошо, как мы заехали. Так, ну что, у нас бензин же есть, еще куча бензина, ребята. Давай. А, все, ускорение закончилось, и машинка что-то стала тормозить. Ну, все, она вниз упала. Ну, вот, а хочет она внизу быть, ну, пусть едет вниз. Так, в смысле закончилось топливо, ребята? Почему? Мы же купили бензинчик.
странно. Я вот говорю, странно, что почему здесь заканчивается. Давай приобретем пушку. Все. Может, что-то и ненужное покупаю. Ну да ладно. У нас 18 пулик. О, я залетел наверх, прикинь, первый раз. Первый раз я наверх залетел. Офигеть. Вот, поверху ушли. Так, о. Хорошо. Все. Ускорение у нас заканчивается. А, все, закончится ускорение. Так, что у нас здесь? Здесь у нас зомбари одни и те же. О, ну зато почему-то я стал прям подпрыгивать. Заметили? А хотя купил я совсем не двигатель, а не бензин. Просто я купил пушку. Ну, стал лучше проезжать. Сейчас я не знаю. О, видишь, как мы дальше проехали. Конкретно причем проехали дальше немножко. Сейчас мы проверим, сколько мы проехали. Столько же. А, мы даже чуть-чуть... А, нет, 10 метров. Мы проехали больше на 10 метров всего лишь. Это не очень много. 300 монет мы заработали. И приобретем мы на 300 монет, давайте, трансмиссию. Да, увеличивает максимальную скорость, с которой вы можете двигаться. Почему бы и нет? Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Добавляйтесь, друзья. Всем пока-пока. До новых встреч.